Всем привет, дорогие друзья, с вами Варунс. Little Nightmares продолжается. Присаживайся поудобнее, ну а мы начинаем. Итак, продолжить. Мы остановились в прошлой серии рядом с поварёшкой. Такой пухленький поварёшка, милый, который нас запихивал в рыбу, решил запечь. В общем, нам надо его как-то обхитрить, обойти. Почему у меня опять мышка на экране? Уберись, уберись, мышка. Уйди, не хочу тебя видеть. Так, нам, значит, надо этого поварёшку обхитрить и узнать, что будет дальше. Вот. Да, это кухня, вот море продуктов. Так, где моя девка? Где? А вот она сидит. Не плачь, малыха. Все будет нормально. Мы с тобой победим. Она еще босиком бегает, а там небось. Я вновь слышу, как он точит нож. Эй. Так. У него там петля какая-то. А его можно подвесить? Какой-то противный. Блин, так страшно, так противно режет все. Неаккуратно. Ты некрасивый. Опа. Ну почему вот ты сразу идешь сюда? Не хочу, чтобы ты сюда шел. А, подожди. Спасайся! Блин, как он орет противно. Можешь ее бросить? Как бросать? Как бросать? Я забыл, на какую кнопку бросать. А ему похеру уже, походу. Че ты там чихаешь? Дохнешь, что ли? Эй, пухляш. Готовит, старается. Там что-то запекается у него в духовке. Ну ты меня заметил, да? Меня здесь нет. Да как ты меня видишь-то? Тебе взять ключ. Все, мне хана. Мне хана. Эй, пышка. А нет, еще не хана. Опа. Видал, что могу? Блин, как страшно-то. А все. А нет меня. А уходи отсюда. Да блин, он опять меня палит. Уходи. Я тоже так могу. Там у тебя... Голова рыбы валяется. Все, отагрился, что ли? Как ты меня видишь-то? Все, я попался. Я попался, ребят, все, хана. О, сразу меня в рыбеху. Ну ты говно, конечно, мерзкий. Как он орет, так противно. Так. А, все заново. Блин, как же нам его обхитрить? Там еще замок висит. Что-то мне подсказывает, что я очень долго буду проходить данный уровень. А можно как-то иначе сделать, я не знаю. Это же лифт, нет, не лифт. Так, вот я вижу. Можем здесь даже пройти, нифига себе. Так, ладно, допустим, мы пройдем здесь. Блин, у него с глазами даже плохо.
колбаски какие-то там таскает. Ну да, давай в самом начале попадемся ему. Так, ладно, надо действовать так же, как и раньше. А сейчас что ты со мной сделаешь? О, тесаком! Меня! Ах ты, падла! Я тебя запомнил. Блин, в конце дверь. А может действительно пробежать? Ведь у нас ведь канал так вот как-то, вот я помню. Чё ты смотришь, стоишь? Всё, отвернись. Нет. Блин, ну опять сюда идет. Стоит мне только перейти. Я чуть под катом не спалился. Сейчас бы баночки полетели. Так как ты меня видишь-то? Здесь нет никого. Вам показалось, сэр. Может, это был мой шанс? Вы обронили колбаску, мистер. И что мне теперь делать? Где взять ключ? Я не вижу ключа. Эй, говно. Давай возьмем банку, попробуем. Ты слышишь, нет? Блин, может что-то здесь? Давайте посмотрим. Я здесь не вижу ключей. Блин, рыба, сосиски, все так воняет. Ну, это явно воняет. Мне так кажется. Ну нахер тебя, ты страшный, противный. Как же быть, как же быть? Я его не вижу даже. А вон он где. И что-то зависло. Нам трындец. Я случайно задел духовочку. Может, сейчас надо было бежать? Он меня увидит? Нет, интересно. Так-то нет, не должен. Дайте-ка мы здесь посидим. Сейчас обождем, он отойдет подальше. Блин, там вот это. Да спалил ты меня опять. Иди, бери ему голову рыбу. Сосиска уже здесь валяется. Он везде свои сосиски раскидал. Негодяй какой. Сосисочный барон. Блин, ну. Ну и где ты? Эй, говно. Он придет, нет? Я его слышу, он там что-то шарохается. Но я его не вижу. Да. Дилемма. Опа, вон он, я вижу. Он на кипише. Иди туда, проверяй. Уходи. Уходи. Чё чахнешь-то? Ковидка, что ли, у тебя? Не чахнет. Вот он все туда его тянет уже.
Делинь-делинь, мать его. Что там готовит опять? А, он этот, фарширует рыбу. Да-да-да. Ты пойдешь? Нет, опять сосиски проверять, они там варятся. Повар. Ну-ка, я могу зацепиться? Я не знаю, что здесь еще можно сделать. Там в духовке что-то запекается у тебя. Так. Сядь, тебя могут увидеть. Блин, теперь где ключ-то? Я ключа не вижу. Что ты там делаешь? О, какие-то специи взял. Ну так тяжело дышит. Так, нам надо открыть как-то дверь. Но если мы там начнем дребезжать замком, он нас услышит. Да? Уходи. Я ключ не вижу. Да хватит ты чихать, иди уже отсюда. Бесишь меня. Так, опа. Так, я вижу стеллажи. Нам надо наверх залезть. Он туда ведь залезет? Надеюсь, что нет. Так, сейчас он уйдет. Отвернется, по крайней мере. Давай, залазь. Зажигай. Залазь нахрен! Он же не залезет, я думаю. Он меня не видел. Главное не звездануться на него. Там какие-то рыбы висят еще сверху. А я могу его убить чашечкой? Стой, аккуратно, не упади. Странно, он что-то не визжит. Ладно, мы тихонечко пойдем дальше. Только не упади ради всего святого. А, тут хлебушек. Мы даже здесь не пройдем, походу, да? Блин, это херово. Подожди, а если встать? Ну-ка, выше никуда там нельзя? Нет, нельзя. Да хватит и чахнуть уже. Надо найти ключ. Все-таки, значит, походу, нам надо найти ключ. Нам надо спуститься вниз потом опять. Да? Блин, как же это все стрёмно. Так, а здесь что нас ждет? Интересно, интересно. Ладно, лезем вверх. Сейчас с какой-нибудь рыбехи соскользнул так. И дальше что? А, вон дырочка. И все, что ли? Не надо никакой ключ? Или... Опа.
О, нифига, два толчка, что ли, под его жопу большую, что ли? Вон там паренек-то не из маленьких. Опа, я вижу свечку. Я хочу ее зажечь, чтобы сохраниться. Я надеюсь, это сохранение. Цепляйся. Да хватит, не скрипи. Так, все, видимо, мы сохранились. Да хорош уже скрипеть. Фу, блин, там нассано, что ли? Встал ногами своими. Так, здесь что? Есть какой-то рычаг. Давайте осмотримся. Комната. Чувствую, мне не надо сюда заходить. Кто тут дышит? А, там кто-то спит, что ли? Твою дивизию. А, ключ. А, это этот повар, что ли? И как мне теперь сдвинуть чемоданчик? А куда ты лезешь, дед? Неужели в обход надо? Направо. Опс. Либо. Мы играем с огнем. Да блин. Он ушел, что ли? Мне этот ключик достать-то. Угу. Сейчас этот хрен придет, наверное, назад, да? Мне кажется, сейчас нас что-то ждет здесь, да? Где он? Может, этот рычаг дернуть стоит? А, это вниз, что ли, лифт? Сейчас... А, да, и сейчас мы заново с ключиком должны пройти мистера Поварёшку. Да? Я правильно понимаю? Он где-то здесь. Я его слышу. Да давай, залазь уже. Малыха, у тебя все получится. Теперь нам надо все повторить заново, да? Так, он там духовки опять свои открывает. Опа. Мистер Повар. Are you хорошо все? Опа, да-да-да-да-да, давай, иди сюда. Давай, иди там, проверяй все. Давай, допрыгни ты уже. Блин. Я не успел. Он там ходит, я его не вижу.
Бежим дальше. Давай, толкай. Че, у тебя сил не хватает, что ли? А, вон вижу. Фу, я аж это... Я аж что-то комментировать перестал. Напряженный момент такой. О, а это что это? Мне кажется, мне туда не надо. Меня сейчас куда-нибудь выкинет, да? Оп. Это лифт. Опа. А здесь что? Здесь холодильник какой-то мерзкий. Что у нас наверху? Эх. Так, а это какая-то ловушка, да? Типа, возьми меня, и ты провалишься вниз. Откроешься, нет? Эй. А сейчас, видимо, да, я сейчас провалюсь вниз. Что за колбаса? Да и что с ней сделать? Подожди. А, может... Ну давай. Может, надо толкнуть? Может, это сработает? Может, толкнешь ты уже? Давай. Ладно, не канает. Я думал, как-то можно вот за эту хероборию зацепиться. Подожди, там же можно пролезть. Во! А, это вот генераторы холода, что-то какие-то. Опа! И статуэточка здесь. Отлично. О, а что, она греться может, что ли? А, она ее куда-то поволокла. Так, статуэтка. Есть контакт. На, он куда-то сюда, что ли? Эй, я не вижу, куда там идти-то? Или нам назад надо? Опа, мистер крыса. Дальше-то куда прыгать? Уи-и-и. Я упал. Я упал. Ну и почему? И как? Ну вот залез я наверх, а дальше что? А, труп мистера гнома. Куда дальше-то прыгать? Эй. Она все падает. А почему ты падаешь? Можно же по холодильникам прыгнуть, нет? Блин, вот я не вижу. Вот как мне изменить ракурс? Так, а что наверху? По идее, здесь ничего нету такого. Прыгнет уже. Не, она падает, все. Здесь нам ничего не надо, мы сохранились. Эту канитель мы толкнуть не можем. Так, здесь наверху еще раз давайте проверим. Может, что-нибудь мы забыли. О, крюк, мы же можем по крюкам прыгать. А оно мне надо вообще? Зачем я это делаю? Опа. А для чего там? А, мы это делаем. Я понял. Эта хероборья должна открыться все-таки. Мне так кажется. Да? Давай, толкай. Я не хочу с тобой вместе идти, потому что... И что, не хватает веса? Эй! Или может их все надо на одну положить? А, все, она уже не сдвинется, да? Давай еще попробуем. Теперь у нас уже два крюка у нас свободны. А, вон там же еще кусочек лежит. Так. Сейчас мы накидаем. Так, цепляйся. Да цепляйся ты. Девочка. Все, потащили. Фу, блин, такие куски противные. После подобных игр можно стать веганом запросто, мне так кажется. Ой. Сказал человек, который только что бахнул пельменей. Ладно. Надо будет вырезать этот момент. Да куда ты? У меня сарделька убежала. Во, тебя двигаем. Тебя сюда, вы же тяжелые. Опять не хватает, что ли? Вас вообще надо? О, она вроде прогнулась маленько, да? Или мне кажется?
Мне кажется, наверное. Ладно, попробуем еще чем-нибудь. Там по-любому чем-то наверху еще висит какая-нибудь эта... Какулька. Кусочек мяса. Может, вот эту тушку мы сможем скинуть? Опа. А дальше куда? Паркурим. У-у-у, не туда. Ну и чё? Давай попробуем. Все попробуем на одну затолкать. Может, проканает? Ну давай, ну ты сможешь. Я в тебя верю. Можешь пожрать, кстати. Ой, ой, что такое? Забаговалась, запрыгала. Ну давай, что ты трясешься, ё-моё. Что ты трясешься? Давай толкай. Ладно. Я не знаю, что это открывает, что это делает. А мы можем опять вот этим лифтиком спуститься вниз, да ведь? И что там сверху? А, мясорубка! Походу, нам все-таки надо сделать что-то, да? Давайте еще раз попробуем. Да прыгнет ты. Да ты что, издеваешься, что ли? Мясорубка, мне кажется, она должна сработать. Но она не просто ж так здесь стоит. Подожди-ка. А, подожди. Понял. Походу, там был рычаг, ведь, да? Вот там какой-то рычажочек есть. Давайте попробуем залезть туда теперь. Эй, как здесь грязно. Так, мы сможем залезть на эту хероборию? Вот так делается колбаса. А-а-а! Тьфу ты, блин. А, блин, я думаю, кто-то бежит. Это сарделины делаются. А, все, что ли? Я так понимаю, мы за них должны зацепиться, на них раскачаться и прыгнуть вот сюда. Блин, прикольно придумано. Ничего не вижу, давайте зажжем огонечек. Дальше что? Блин, вот, конечно, да, игрушка здравая. Мне нравится. Хоть и старая, но сделана она прям от души. Здесь что? Так-так-так. Холодильники опять. Лифт. Замок. Еще один замок. Надеюсь, я ничего не пробежал там. Опа. Ну да, конечно. Давай, ешь меня полностью. Вот это, конечно, сюрприз. Так, ладно, мы уже здесь сохранились, это хорошо. Итак, давайте проанализируем комнату. Что мы здесь можем сделать? Мы сможем здесь спрятаться. Так ведь? Да, сможем. А он сам приедет или мне надо вызвать? Так, у нас все получилось. Блин, жопа торчит. Не трожь ящики. Че ты трясешь? Сыр. Тебе нужен сыр, серьезно? Попробуем проскочить.
сюда едет. Просто убегай дальше. И что, и все, и тупик. Это, наверное, просто, чтобы нам спрятаться. А кто здесь, да? Он сейчас будет, наверное, в эту дырку смотреть и совать свои пухленькие пальчики. А, это так задумано. Да хватит ты чахнуть-то уже, а. Так, он открыл нам дверь. Да, беспалевно девочка ходит. Что-то он там рубит опять. Это, кстати, на другого. Это вроде другой уже, или тот же. Фига ты потрошитель. Мистер. Как его отвлечь? Вопрос. Сможем ли мы... У него как будто слюни текут. Ну давай, сейчас ты решил пойти, да? Ключ. Где? Я не вижу. Запрыгни ты куда-нибудь тоже. Да блин. Наверху не вижу ключа. Где спрятаться здесь можно будет? Так, подожди, наверху. Ничего нету, как какие-то коробки. Здесь нож. Он меня заметил, да? Что, мне конец. Мне конец. А зачем я это сделал? Непонятно, но очень интересно. Попробуем еще раз. Так, ну-ка, давайте здесь осмотримся. Вот я вижу свечу наверху. Нам бы туда залезть, конечно, не помешало. А, ну да, скорее всего, ключ опять где-то там поверху. Давайте подождем просто, сейчас он развернется. Что там нюхаешь? Что ты нюхаешь? А, он что-то может пробовать на вкус. Ему нравится вкус тухлого мяса. Я прям слышу звук, как у него слюни текут. Это так мерзко. Мне кажется, мы должны скрипт включить, чтобы он развернулся. Он так и будет здесь возиться, да? Вот сейчас ты развернешься, нет? Да, вот сейчас он развернется. Быстрее залазь! Пошел ты нахер! Обидно, да, что не достаешь? Да зажги свечу. Малыха. Все, не блюй. Все, уходи отсюда. Уходи. Я с тобой не играю. Ты мне не нравишься.
Он меня видит, он меня контролит, стоит. Я могу в тебя чем-нибудь кинуть? Блин, и куда мне прыгать теперь? Ой-ой-ой, куда ты? Чё там визжишь? Так, и чё, наверху у нас все, у нас конец, да? Блин. Эту коробку никуда не столкнуть, да? А свечу? Могу ее взять? Не, он меня сейчас хватит просто-напросто, и все. Ну, свечку мы зажгли, хорошо. Все, уходи отсюда. Уходи. Я не хочу с тобой играть. Все, меня здесь нет. Блин, и что сделать теперь? Он блюет там, что-то стоит. Что, хочет дотянуться до меня, да? I believe I can fly. Я не смог, он меня схватил. Как же это жутко и страшно. Ничего у меня не получается. Подожди, а если попробовать? Я допрыгну, нет? Нет, я не допрыгну. А да, этой херабуре я допрыгну. Нет. Короче, да, нам надо, походу, уже идти. Так, здесь у нас... Подожди, а где свеча? А, свеча выше, что ли? Что ты там нюхаешь, стоишь? Пролазь. Так, ну, мы здесь. И дальше что? Где ключ? Я вижу какую-то крюк. Блин, вот здесь может куда-то залезть все-таки надо. Да иди твою душу, давай залазь. Вон там ножи точно. О, нифига ты запрыгнула. Вот можешь же, когда захочешь. Цепляйся. Так, здесь сверху я вообще ничего не вижу. Нет там ничего. Ничего хорошего. Нам как-то надо, короче, включить мясорубку и спрятаться. Да? О. Да. Нет, ножик мы достать и пырнуть его тоже не сможем. Здесь есть вот эта канитель. Ага. Блин, ну а как спрятаться-то? Он прибежит, он будет чекать все. Так. Сюда мы тоже не успеем прибежать. Так, так, все верно. Подожди, а если прям вот... Ну ладно, что, была не была... Зачем? А, ключ-то вот он где. Да залазь-то уже. А, он меня увидел, да? Блин! Надо было, короче, не тупить, сразу бежать. Но я не увидел ключ изначально. Да, у меня, конечно, моя невнимательность.
Ну, принцип прохождения уже понятен. Почему я сразу не увидел этот ключ? Очень удивительно. Ну давай ты уже, вылазь. Проходь. В смысле ты меня заметил уже? Бежим. Опять спалит, да, нас? А бежать-то куда? Походу я зря выкинул ключ. Пошел в жопу! Опять все сначала сейчас, да? О, господи. Так все хорошо начиналось. Короче, да, надо сразу... А куда прятаться-то потом? А куда прятаться? Я вот этого вообще не увидел. За нами будет погоня. А дальше что? Блин, я так боюсь, вот у меня такой страх на душе, прям вот, ну, не знаю. Не люблю, когда вот так гонится. Это так мерзко, противно, я не знаю. Не могу это объяснить. Пиши в комментариях, что думаешь по этому поводу. Так, ладно. Аккуратно лезем дальше. Да блин. Все, я затупил, я не успею. Да возьми ключ. Ключ возьми. Хоть успеваю. А, ну нет, он близко так-то уже очень. Давай, ну, открывай резче. Куда здесь прятаться-то? Короче, я вертел все это. Это надо успеть открыть, опять залезть, запрыгнуть. Нет, короче, ребят, давайте мы сделаем это в следующей серии. Это капец, это, ну, не знаю, надо с чистыми нервами начинать играть и проходить данные миссии. Ну, а тебе спасибо за просмотр. Не забывай ставить лайки и подписываться на мой канал. С тобой был Варунс. Пока-пока.